Всем подписчикам привет! Сейчас покажу вам один результат нашего эксперимента по выращиванию кур-несушек на приусадебном участке. Проверяем гнезда, в которых несутся эти куры-несушки. Эта процедура у нас идет ежедневно, в обед где-то. Три гнезда, смотрим, в первом 3 яйца, 2 яйца, 5, и последнее, третье гнездо, 5 яиц. То есть они сегодня сделали у нас рекорд 10 яиц от 10 несушек. Но обычно в течение этого месяца мы получаем от 8 до 10 яиц. Вот такой вот небольшой участок. Небольшой приусадебный участок, на котором установили этот самый курятник, мини-курятник. Он рассчитан на 10 кур-несушек. Курицы были куплены из птицефабрики, то есть это куры-молодки, которые продает местная птицефабрика. Всего 10 кур-несушек, петуха нет. И в каком состоянии они были проданы, это спустя уже почти месяц. Они обросли, были ободраны все, с выщипанными шеями, и соответственно получили уже полноценное питание, то есть ежедневная трава, кормежка по расписанию 2 раза в день, это в обед трава. Вот 10 кур-несушек сейчас стабильно дают от 8 до 10 яиц в день. Но яйца по своему качеству никакого сравнения не имеют с теми, что продается в магазинах. То есть яйцо уже совершенно другое и по вкусу, и по цвету. У всех кур стали красные гребешки. Это тоже одна из характерных черт. При полноценном питании, при достаточно разнообразной пище, сбалансировании, у них покраснели гребешки. То есть цвет гребешка показывает о состоянии здоровья. На выгоне у нас земля, то есть пол земляной, и травы мы доставляем вдоволь. Живут они вот в этом домике, 1,20 м на 1,50 м. И кушают уже совершенно другую пищу. Вот такой эксперимент. Себестоимость яйца сейчас примерно около 30 рублей. Исходя из цены корма, который приобретается на местном сельхозрынке. Ну а смеси уже со стола идут. Вот такой эксперимент. То есть подспорье неплохое для питания в течение лета. А по осени они зимовать у нас не будут. Мы их просто, так сказать, пустим на суп. Всего доброго, до свидания. Подписывайтесь на канал.